На заседании оргкомитета Черноморской регаты под председательством первого заместителя главы города Анатолия Рыкова сегодня в основном обсуждали технические вопросы. В частности, как будет работать служба безопасности, как будут расставлены суда на территории морского порта и другие. Напомню, Черноморская регата больших парусников пройдет в Сочи с 14 по 18 мая. В нашем городе самые большие учебно-парусные суда со всего мира, включая российские «Крузенштерн», «Мир», «Надежда», «Сюдов», будут находиться 4 дня. Участниками регаты станут более 1500 моряков. Во время стоянки кораблей в городе пройдут праздничные концерты. А 17 мая, в дни регаты, официально стартует курортный сезон. Вообще, морпорт сегодня одна из визитных карточек курорта. И он будет, конечно, выглядеть потрясающе. Поэтому мы всех приглашаем. Это будут и незабываемые фотомгновения для всех наших гостей. И, соответственно, мы подготовим и культурную программу. Поэтому я думаю, что этот начало курортного сезона 2014 года будет очень зрелищным и интересным. Черноморская регата больших парусников впервые пройдет под флагом России и впервые в Сочи. Этот уникальный морской фестиваль станет еще одним крупным событием в жизни города, который, по оценке организаторов, должен привлечь на курорт немало туристов.